Нет, оправдание тем, кто, познавшим Бога, не прославляет Его как Бога, но говорит Господь: наступит день, преклонится каждый, отдайте сегодня Божие Богу. И увидел я ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, всякому племени, и колену, и языку. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступит день суда Его, и поклонитесь сотворившему и землю, и море, и источники, воздайте Богу славу».